Опустевшие залы, отсутствие живого контакта с гостями. Ситуация, в которую попали многие культурные учреждения города из-за пандемии коронавируса. Коллектив городского музея быстро включился в онлайн-работу. С начала карантина сотрудники взаимодействуют с посетителями через группу ВКонтакте. Сложившаяся ситуация для нас очень непривычна и необычна. Еще в марте, когда в соответствии с распоряжением главы администрации музей приостановил прием посетителей, мы задумались о том, как нам эту связь не потерять. И стали записывать небольшие такие музейные экскурсионные репортажи о каких-то интересных экспонатах, чтобы через социальные сети продолжить общение с нашими посетителями. Экскурсоводы знакомят зрителей с уникальными экспонатами музея, рассказывают их историю, делятся интересными фактами. В группе городского музея ВКонтакте можно посмотреть ролики о зубрах, ткацком станке, колокольне, символе нашего города. Темы самые различные. Первый сюжет, который вышел на суд наших зрителей, это была школьная партия. Вот, с одной стороны, это очень символично, потому что сейчас наши школьники учатся дистанционно, и, наверное, присутствия школьного класса им не хватает. Мы снимаем на подручные средства, на телефоны, на домашние какие-то камеры. Соответственно, страдает и качество монтажа, и озвучки, как нам горожане уже написали в социальных сетях. Во-вторых, мы не хотели записывать какие-то долгие экскурсии, которые будут дублировать нашу постоянную работу. Новые интернет-экскурсии публикуются каждую неделю по вторникам и четвергам. Кроме видеорассказов об экспонатах, в группе городского музея ВКонтакте саровчан ждут фотовыставки, конкурсы, викторины и мастер-классы. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».